мне пришла эта идея сделать этот концерт, посвященный Дню Победы, потому что в нашу семью пришла новость, пришло письмо, в котором говорится о том, что молодые ребята, войсковая группа, обнаружили останки героев войны под Сталинградом. И среди них был мой прадедушка, вот, и Мадоровских Емельян Григорьевич. В этом письме было написано, что его призвали туда в 41-м году, и погиб он 20 мая 43-го года под Сталинградом, и там вот на этой стеле есть его фамилия, инициалы. Он не был в списке без вести пропавших? Да, отчислился до этого, да, и после этого нашли. То есть все это время вы не знали? Мы не знали, да, поэтому для нашей семьи это была очень большая радость узнать. И теперь мы сможем уже приехать туда и поклониться. Я когда пою на безымянной высоте, я дома репетировала с концертмейстером, я плакала от таких от чувств. Просто представляешь все, что прошли родные и все вообще герои, это очень большие эмоции.